Всем здорово-здорово, дорогие друзья! Меня зовут Данил, вы на канале X-Mile, и сегодня мы с вами начинаем проходить игрушечку под названием Tabs. Увидел я ее у Купленова. Мне она, честно скажу, понравилась. Давай звук сделаем потише, я на монтаже, если вдруг что подрегулирую, возможно, не подрегулирую, посмотрим. В общем, зашел я единственное, что сюда зашел, проверить, все ли работает. И сделал просто вот частоту кадров. Ну, то есть, все, поставил полный экранный режим, да, чтобы можно было записывать. И все, дальше вот, я не знаю, здесь есть компания, мультиплеер, мастерская, пользовательский контент. Так, давай микрофончик чуть это. Ага. Конструктор карт какой-то, настройки. Давай все это мы обязательно посмотрим. Начнем с компании, ну, как бы, как надо, да? Тут какая-то пираты, жуть, симуляция, Дикий Запад, эпоха Возрождения, приключения... Давай сюда, сколько тут уровней? А, ну, кстати, не так уж и много, мне кажется, мы с вами... Ну, возможно, пройдем довольно-таки много. Так, дубины, окей, поехали. Что нам здесь, собственно, нужно? Победить синюю команду. У нас есть дубиноносец, защитник, копьеметатель. Вообще, в принципе, давайте, кто вот не знает, я вам расскажу про суть игры. В чем заключается суть? Мы, у нас вот вы можете наблюдать, вот где-то вот здесь, да, по-моему... Находится сумма 600 монеток, да. И за эти 600 монеток мы должны купить либо дубиноносца, защитника, копьеметателя и подставить именно тактику такую, чтобы я мог, ну, их мочкануть, вот просто всех вынести. Вот, я парочку видосиков посмотрел у Купленова, и мне она очень-очень понравилась, игрушка. Ой, я уже кого-то поставил, как убрать? Ага, все, хорошо, это полностью снести. Слушайте, мне кажется, она будет, ну... Вами тоже полюбится, честно скажу. Она мне прям понравилась. А возможно, она кому-то надоела уже, я даже знать не знаю. Потому что, по крайней мере, она, ну, довольно-таки старая. Но, тем не менее, вроде бы как обновлялась. Обновлялась в этот Хэллоуин, насколько я помню. Давайте попробуем, знаете что тогда? Пустим вперед вот так вот 3-4 дубиноносца. Их сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай 6 дубиноносцев. Ну и давай вот так вот сделаем. Не 6, давай, 2 пусть будет копьеметателя и 10 монеток. Поехали. Поехали посмотрим. Так, ага. Что у нас происходит? А чё копьеметатели-то? Алло, метайте. А я могу как-то за типа играть? Просто, насколько я помню, я мог раньше, ну... Ну, не я, по крайней мере, я смотрел, видел, как мог. Так, ну мы выиграли, все, окей, нажмите Tab, чтобы продолжить. Нажал. Tab-Tabs, или как она называется там? Что-то типа такого, да. Возможно, нам в будущем, кстати, расскажут, как это все можно делать. Окей, здесь теперь у нас есть копьеносцы. Мне кажется, давай мы поставим чуть-чуть защитников. Что-то я слишком много, да, защитников дал? Давай по 3 защитника, даже по 2. Алло, в смысле здесь? Окей, ставим вот так. Здесь раз, два, раз, два. Все, попробуем так, посмотрим, что будет. Ребят, быстренько, с вашего позволения, я быстренько сделаю в управлении чувствительность осмотра вот так вот. Да, DLC, баги какие-то. Большие фейерверки. Но это пока что... Кстати, ну-ка, DLC баги, что здесь? Жизненные шары, повышенная скорость на бою, бессмертные юниты. Нет, нам это пока что не нужно. Это, знаешь, не DLC, это читы какие-то, мне кажется. Ну, кстати, управление более-менее. Так, что делают, собственно говоря, эти пока что? Ну, пока вроде бы, слушай, нормально. Эти щиты, щитоводцы проходят, щитами своими долбят. Я думал, они просто будут защищать, а они смотри, что творят. А? Смотри. Давай, есть, копьем закидали. Победа. Блин, посмотри, какой угарный. Просто посмотри на него. Так, окей, продолжаем. Что у нас здесь? Здесь у нас какой-то валун какой-то. А, камнеметатель, вон, видишь, есть внизу. Угу. Камнеметатель, дубиноносцы и шаман какой-то. Костяной маг. У нас сколько? 1400, слушай, так мы можем разгуляться. Берем, короче, смотри, вот так, раз, два, три... 4, 1, 2, 3, 4. Сюда еще. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, возможно, много. Но слушай, в прошлом раунде они довольно-таки неплохо справились. Давай посмотрим, что из этого выйдет.
Давайте, ребята. Ох ты ж! Ого! Смотри, смотри, что творит. Костеметатель этот. И тот камнем мне тогда прилетело, капец. Ну, слушай, наши справляются. А, нет, наши не справляются. Смотри-ка. Ну все, нас разнесли. Получается, ну. Смотри, какие. Угу. Ну давай посмотрим, что мы можем еще сделать. И еще такой интересный вопрос. Угол обзора это что? Давай сейчас посмотрим. Просто из-за угла обзора, знаешь, во многих играх зависит, в принципе, ну... Да. Короче, давай все удалим. Просто давай попробуем накинуть копьеметателей. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-ка мы поставим, сколько было, 60. Пусть будет 60. И все. Ну, я дам... Давай 70 поставим. Все, вот, есть. Нормально. Слушай, они сейчас, скорее всего, даже дойти не успеют, скорее всего, так как он их... Они закидают, но у них долгое КД, видишь? Они вроде бы как сметают, а вроде бы как и нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Это не то, слушай. Видишь, уже надо думать, уже надо думать. Так, ачивку я получил, если вы звук слышали, окей. Здесь, мне кажется, щитоносцев нужно и дубиноносцев. Вот так вот накинуть на одного вот этого вот. А на всех остальных мы поставим, давай, вот так вот, парочку защитников. Копьеметателей под подмогу и дубиноносцев. Все, поехали, давай посмотрим, что из этого выйдет. Вот этот камень, блин, кидают вон, все, двух щитов уже сносит. Здесь они с одного этого наших щитоводцев утащили, но... Смотри, дубинками сейчас они его заколотят. Эти здесь пока нормально вроде разбираются. Нет, он все-таки успел, он успел завалить. Твою ж налево. Так, окей, что будем думать? Давай, знаешь, что попробуем? Сюда вот так вот, пусть они КД, на КД побудут. Копьеносцев мы поставим вот здесь, вот так вот, давай, по две штучечки. Давай будем думать, включать просто мозги уже и, ну, надо тащить. Ну, надо тащить, как иначе? Окей. Иначе мы что-то, ну, как-то реально затянули с этим уровнем. Этот будет на КД, он ударит камнем. Да-да-да-да-да. И благодаря этому мы одного доминоносца поставим сюда, и этих двух рядышком вот здесь. И вот здесь будет куча. Здесь мы на кучу поставим дубиноносцев просто. Да, все, все, просто давай посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка, он кидает в него камень. А, их два, смотри, их два. Но с этим они сейчас должны справиться. Я, по крайней мере, надеюсь. Смотри, там более-менее разобрались. Эти копьеносцы промахиваются. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот жесткий, он сейчас как даст этот маг. Смотри, на, все, ушел. Просто ушел. Окей, мы знаешь, что поняли? Мы поняли, что защитники дороговаты. Вот, но мне кажется, они мощнее, чем дубиноносцы. Поэтому давай-ка мы двух вот этих копьеносцев поставим сюда, попробуем. А дубиноносцев одного давай вот сюда, второго вот сюда накинем, ну, против этих. И против этих вот так вот будут идти, да. Дальше. Пойдут защитники кучей. Сколько их тут? Раз, два. Как можно... А я могу передвигать? А, ну да. Ребят, раз, два, три, четыре. Ну давай вот здесь вот так вот двоих оставим. И вот здесь двоих поставим, да? Ну и одного давай по центру. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Ну-ка. Раз, два. Их снесли как раз. Да, все, все как надо. И теперь пошли в бой щитоводцы. И прямо на вот этих магов. Да-да-да-да-да-да-да, как я и хотел. Ну смотри, видишь, пока те, окей, разобрались, вот эти сюда подсасываются. Но их, смотри, вырубают, успевают. Мага здесь не забрали, вот в этом проблема небольшая есть. Небольшая проблема есть, мага не разобрали, маг снес их сразу, и вблизи мы ничего сделать не можем. Окей, наполовину наша стратегия работает, то есть... здесь нам нужно, знаешь, что сделать? Давай, знаешь, как попробуем... Берем вот этих щитоводцев, поставим сюда вот этих. И еще поставим. Да, я бы их поставил бы вот сюда примерно. И все, сейчас посмотрим. А, и вот этого давай уберем, поставим тоже еще разочек. Все, поехали. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Потому что они все сюда стягиваются. Видишь, у них здесь близко. Надо быстро мага забрать. Эти мага забирают.
Здесь нормально, они байтят. Вот здесь надо мага забрать. А чё они так быстро откисли? Алё, ребят, вы чё? Ты чё, Вставай, иди! Работай! Не, не хочет. Вот, здесь они мага разобрали, но вот этот пока на КД стоит с камнеломом этим. Ох ты ж, вот это ему подсрачник прилетело, да, жестко? Окей, что-то мы не туда, да, куда-то пошли? Хорошо, мне, знаешь тогда, что кажется? Мне кажется, нужно щитоводцами только отыграть. То есть сюда одного, здесь кучку. И здесь просто мясо поставим. Вот так. Да, а этих давай мы, знаешь, что попробуем поставить чуть-чуть ближе. Они прям, ну они как раз вот прям наносят как надо. Ну-ка. Так. Слушай, вот здесь сложно пока что. Они прям разнесли. Все разнесли. Хорошо. Давай попробуем убрать этих. И сыграть только защитниками и, к примеру, куском мяса. То есть, просто берем и вот сюда вот всех. Всю толпу, всю тусовку. Вот сюда на передний план. Вот этих уберем, поставим вот так вот, троих. И давай, знаешь что, одного уберем, пожертвуем, поставим сюда дубиноносца, чтобы он байтил. Просто байтил, да. Мне кажется, камень в него прилетит. Давай сюда одного дубиноносца поставим, чтобы в него прилетел. Ну-ка, сейчас посмотрим. Здесь он отвлекает. Да, все, в него прилетел как раз-таки... Ох ты ж, не, наши разлетелись. А маг, где маг? Слушай, их прям как-то жестко. Да? Копья, вот копья отрабатывают, как надо. Вот если бы они бы не стояли еще... Ох ты ж, мочкани его, пожалуйста. Давайте, ребят, работайте. Все копьями в одного. Не кучкуйтесь, разбегитесь. На, минус. Офигеть. Ну, я даже не знаю. Вот серьезно, а как можно тогда? Копья хорошо отрабатывают, вот серьезно. Давай попробуем тогда только копьями сыграть. Слушай, я боюсь представить, что будет дальше, если я здесь уже успел затупить. Так, здесь, ну, давай защитника одного воткнем. Все, давай посмотрим. Вселяйтесь в юнита с помощью F. Мне высветилось, ну-ка. Погнали, пацаны. Слушай, вот это я-то сам могу затащить, даже если они... Ох ты ж, а как можно быстрее поменять? Ох ты ж. Беги. Слушай, мы играть за него можем. На, слушай, я промахнулся, да, по-моему, да. Ох ты ж. Слушай, быстро. Нет, ну это все, это смерть. Ну вот это жестко. Посмотри, ну-ка, на превьюшечку. Можно сделать что-нибудь интересное. Ага. Так, окей, нажимаем тап, давай посмотрим. Значит, с копьеметателями вообще не вариант, их прям разбирают. Нам нужны защитники. Давай по старой тактике попробуем. Вот сюда одного, то есть он потому дал. Защитники пойдут чуть-чуть дальше, давай попробуем. Вот здесь вот такую кучку. Здесь поставим несколько дубиноносцев, вот так вот. А здесь копьеметатели пусть будут. Ну и давай защитник будет, конечно, пополезнее. И давай сюда его попробуем поставить. Ну, блин, защитников разбирают. И надежда вся на вот этих защитников. Все, я буду играть за копья этого метателя. На, пошла. Пацаны, давайте. Работаем. Блин, я в своего. Слушай, кстати, смотри, наши выжили. Мы сейчас победим, походу. Ну-ка, туда. Есть, заколол, попал. Сюда. Победа. Слушай, довольно-таки интересно все-таки. Ну. Так, у нас есть теперь камнеметатель, костяной маг. Но мне кажется, здесь костяные маги очень хорошо справятся. Давай, значит, смотри. Поставим вот так три защитника, двоих камнеметателей и всех остальных просто магов. Давай попробуем посмотрим, что из этого выйдет. Пока не будем ни в кого вселяться, все-таки, ну, кажется, это прям, ну, на крайний случай. Во-во-во-во-во-во-во. Пошла жара, смотри. Сейчас они на КД побудут. Но, блин, пока вот они на КД, они пока вот это вот решат свое.
Мне кажется, они все-таки возьмут свое и завалят их всех. Да. Окей, значит, в чем прикол? Слушай, вот они, кстати, защитили довольно-таки неплохо. Вот по поводу них я не знаю точно, не могу сказать. Мне кажется, магов много. То есть давай мы, знаешь, что попробуем? Мы попробуем вот прям за ними вот так вот троих магов поставить. Сзади вот так вот сделать. Но у них КД долгое. То есть, опять же, двоих, к примеру, вот сюда, а всех остальных защитников, чтобы они дрались потом спереди вот сюда подошли. Да-да-да-да-да-да. Вот, все, беспроигрышный вариант. Смотрите, по-любому, вот по-любому, сейчас затащат. Ну-ка. Есть, развалили толпу. Все, ребята в бой пошли. Слушай, мне кажется, вместо камней этих... Да, а, ну слушай, победа, победа. Я еще думал камней этих поставить вместо копьеносцев камнеломов. Окей, победа есть. Слушай, что-то новенькое. Вождь какой-то. Мамонт 2200, вождь 400. Давай посмотрим, что за вождь. Что ты умеешь, вождь? Смотри, какой. Так, ну мне кажется, знаешь, что нужно ставить? Там, смотри, на виллах какие-то ребята. И, в принципе, все, да. Окей, поставили сюда одного пока что защитника. Вот за ним давай каменного. Дальше вот здесь будут копьеметатели, пускай. Копье будут, копья метать. Ага, вот так вот. А в центр мы поставим вождя. Давай, вот так вот. И на мясо пустим одного дубиноносца. Просто вот проверить, что вообще, кто здесь что. Ух ты ж, ничего себе, они прыгуны. А, вождь он вот так вот долбит, я понял. Слушай, может быть, в вождя есть смысл вселиться? Рубить их всех. Давай, 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 давай. Ох ты ж. Ну, у меня еще хп достаточно. Просто если вот они будут попадать... Ох, ты ж меня вырубила. Давайте, ребята, тащите. Понятно. Все, есть, есть, затащили. Ну, капец они косорылые просто. Посмотри на них просто. Куда ты смотришь? Куда ты смотришь? Так, ладно. Погнали дальше. Какие-то у нас эти... А у нас мамонт есть. Давай одного мамонта посмотрим, что он вообще может. На. Ох ты ж, они травят эти травильные какие-то. Слушай, ну сено пока непонятно, что оно может сделать. Но мамонта сейчас затравят, скорее всего. Он... Я не знаю, что у него по хп, но, скорее всего, они его сейчас реально затравят. Ну, слушай, он нормально всех перетоптал так-то. Ну-ка. Есть, все, они откисли. Ну-ка, дай я впоследок вселюсь в мамонта. На. Есть контакт. Ля какой, а? Зелененький. Все, окей, мы прошли. Скорее всего, сейчас будут нам жопу какую-то дадут, и мы должны будем справиться. Вот эти вот на вилах, они тяжелые. Мне знаешь, что кажется? А, вот смотри-ка, здесь это типы? А нет, вроде. А, ну вон сено это, ну. Мамонта, есть ли смысл ставить сюда мамонта? Ну давай попробуем поставим мамонта, а за ним копье этих. Три, да, у нас выйдет? Да. Да, и даже ничего не получится. Ну окей, давай попробуем. Мамонт примет удар. Весь. Сейчас вот так вот. На. Слушай, кстати, у нас же эти вожди есть, которые палками вот так вот тырчут. Надо будет на нем попробовать. Но мне кажется, и мамонт сейчас здесь... Да здесь мамонт тупо зашел один, вот он. Ему вообще спокойно, смотри. Ему вообще спокойно. Вот серьезно. Ему пофигу, он вон лазит. И все, хоть ты что сделай. Окей. Что у нас дальше? Это кто? Косуны какие-то. Смотри. Так, окей. Давай по-прежнему возьмем, попробуем мамонта. А что за... Там вот сверху, видишь, какой-то грибочек. Ладно. Так, давай попробуем взять еще костяного мага. То есть раз, два, три, к примеру, да, и одного защитника пустим наперед. То есть я продам вот так одного защитника наперед. И мамонта, блин, я бы тогда бы подальше бы чуть-чуть бы поставил. Вот так примерно. Все, окей, давайте посмотрим. Ага. Эти их разобрали. Но эти маги или кто там, они кидаются, вот эти фермеры.
фермеры какие-то, смотри. Смотри. Но они этих зашвыривают. Мамонта пока они ничего не сделали. Но косуны жесткие какие. Ничего себе ты дал! Ага. Ну все, ништяк. Ништяк, ништяк, ништяк. Сейчас, ребята, я сяду поудобнее как раз. Слушай, нормально. Нормально. Ну и повыше чуть-чуть. Ага. Ничего себе у меня камера подлагала. Так. Ну поехали дальше. У нас... кто теперь стал... У нас теперь есть 1500 и какие-то фермеры. То есть здесь еще, видать, фракции есть, фермеров и так далее. Торговец зельями, это, видать, те, кто этот, синовал. Вот фермеры, кстати, нормально. Но вот тут тачка какая-то есть еще интересная. Давай посмотрим. Или хотя, давай, знаешь что, посмотрим сначала, ну, я не знаю, послабее, что ли. Мне кажется, тачка жесткая будет. Какого-нибудь давай торговца зельями сзади поставим, вот так вот. А спереди фермерами. Все, погнали, давай посмотрим, что они смогут предпринять. Слушай, вот они сразу их травят и наши мочат. Ну, слушай, их тоже, кстати, травят, нехило так. Угу. Ребят, давайте, давайте, вперед. Пошла, пошла, жара. Ох ты ж. Ничего себе он бежит. А чё ты такой быстрый? Ничего себе он. Так, быстро за этого. Назад отходим. Под себя. Самоуничтожился. А, нет, нормально. На. Ну, тут все, да. Посмотри на него, он такой... Так, окей. Но они ничего не смогут сделать. Они прям жесткие. Давай косарей попробуем. Он что, по 500 они стоят? 3 косаря. Давай посмотрим, что они вообще сделают. Но они косить должны, по идее. Сейчас выкосят их. Ну-ка. Ну да. Ну-ка, давай выкоси их. Слушай, вот косари нормально. Смотри, справились. Им прям пофигу. Вот он вот такой вот стоит. Эй, ну ты чё там? И этот куда-то. Окей, я понял. Слушай, там лучники. Уже что-то потяжелее. Да? Что мы из этого сможем попробовать сделать? Давай посмотрим, что вообще тачка из себя представляет. И сзади поставим торговца зельями, да? А сколько он стоит? 340. Ничего себе ты, дорогой. Полурослик. Полуросликов нафигарим. Ничего себе ты втопил. Куда-куда? Смотри, какой жесткий. Ну-ка, иди сюда. А, я еще руками могу мочить. На тебе с левой. На с правой. А, все? Я отыграл? А, нет. ХП-то у меня есть. Меня просто положили. А наши там что делают, ребят? Эти попасть не могут. Я их сейчас в соляного растащу просто. Давай, 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 давай. На с левой. На с правой. На, с левой. Слушай, ты косой, капец, ты впритык попасть не можешь. На. На, давай, 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 давай. Ох ты ж, в задницу пролетела. А вот за этого, за карлика. На, спейс еще, у нас спейс. Ух ты ж, ничего себе он. Алло, вставай. Ну, понятно, поражение. Окей, давай попробуем сделать что-нибудь еще. К примеру, какой-нибудь... Синовал. Ну, я не знаю, что синовал. Но косари в прошлый раз хорошо себя показали. Вот прям хорошо. Их 3 штучки прям достаточно будет. Даже 2. Давай попробуем поставить 2 вот сюда. Торговца зельями одного хотя бы. Ну, а дальше фермеров наперед пустим. Ну-ка. Ты куда? Стоять. Так дело не пойдет. Я, кстати, еще не посмотрел, что пугало может делать. Но пока что они, кстати, А, ну их сразу вытащили. Видишь, их сразу разнесли. Но эти косуны вперед идут. Ну-ка. Его уже разнесли. На, выкосил. Выкосил. Давай, двоих. Двоих. Есть. Лучники мощные. Лучники мощные. Эти серенады поют. Для... Ох ты ж, вот это он мне жестко дал. Все. А этот пошел, ну как бы,
серенады дальше петь. Окей, я понял. У нас хватает денег на пугало? Да, нам хватает денег на пугало. Давай посмотрим, что за пугало. Ну и давай поставим, допустим, какого-нибудь... Я не вижу толка, честно скажу, от торговца зельями вообще. Ну, то есть они что-то травят, что-то делают, да, но что-то непонятно. Ля, налетают, смотри. Ага. Нас уже вынесли. Окей, то есть виллы тоже не вариант. То есть я ставлю, короче, пугало назад, а синовало вперед. Это как танки какие-то, да, наверное? Давай посмотрим. Да, слушай, он принял прям хорошо в себя. А эти летят, разносят. Есть контакт. Слушай, а если я за тебя буду играть? А я летать могу? Нет. Ну-ка. На. Два. Пошла жара. Пацаны, мочите их. Ёлки-палки, они сюда даже попали, ну-ка. Но. Хорошо, слушай, мне кажется, вот без пугал всяких и так далее, вот с тачкой неплохо, да, было дело? То есть одну тачку мы ставим, к примеру, и одного даже косаря. Ну, слушай, косаря нет смысла, здесь надо синовалов ставить, чтобы они приняли удар. А тачку сюда. Дайте мне тачку. Слушай, а кто тачкой управляет? Я просто не знаю. Пускай они мочат просто. Катаются. Слушай, смотри, да, они лучников приняли на себя, а это просто суету. Он наводит суетолог. Тупо за рулем суетолог. Жесть. Ну-ка, сюда иди. Ага, ну вот он их... Куда? Алло, ну без самый бесполезный юнит, блин. Слушай, дай за тебя еще поиграю. Ну все, ты откис. Хорошо. Что здесь мы имеем? Ну, здесь мы имеем поражение. Слушай, они неплохо приняли. Слушай, за ними можно попробовать косарей. Но знаешь, нужны фермеры, скорее всего, потому что они напрыгивают. То есть вот они просто вот вперед как дадут, и все. Поэтому давай попробуем. Посмотрим, что они сделают. Они приняли, фермеры. Давайте, давайте, давайте вперед со своими вилами. Ну-ка, я даже за одного пойду помогать. На! Слушай, их что-то выносят. У них ХП очень мало, мне кажется. Они на один удар, что ли? А, ну нет. Смотри, слушай, а мне кажется, мы сейчас выиграем. Да-да-да-да-да-да-да. Остались эти сиренатчики, которые просто вот... Они валят. Все, пацаны, только не за ними. Я за ними пойду. Иди сюда. Слушайте, ребят, игрушка прикольная, честно, мне нравится. Победа есть. Что ты там у нас, подводный друг? Так, здесь еще типы делают. Нормально. Хух. Ну, ребят, вот такая вот игрушечка получилась. Это у нас уже, я думаю, скорее всего, будет как раз-таки следующий уровень, потому что уже, ребят, идет 30 почти что минут. Да. В общем, ребят, проходили мы игрушечку под названием Tabs. Battle какой-то там, я уже, честно, не скажу. Если эта игрушечка вам понравилась, обязательно прожимайте лайкосик, жмите свой царский лайк, пишите об этом в комментариях просто. Я буду дальше снимать этапс, прохождение Outlast, и еще что-нибудь мы найдем. Потому что у меня Xbox-овская подписочка есть, можно будет попроходить кучу разных игрушечек. Поэтому, ребят, да, ребят, прожимайте лайкосик. Ну, а я иду для вас записывать следующую серийку. Давайте, ребят, до завтра.